красивая, конечно, картина, но по факту весна — это кучки собачьих фекалий разных форм, размеров и степеней свежести, виднеющихся из-под тающих сугробов. И это не мои фантазии, вы сами это говорите в голосовании. Это реально бесит, и каждый год одно и то же. Весна — все в собачьем говне. Самое смешное, что загаживают свой же собственный двор ваши же соседи. Ну, стандартная картина. Собачка вышла из подъезда, прошла 5 шагов и сделала все свои дела прямо под лавку у дома. Ну, или на детской до детской площадки дошла в песочек. Хозяин тем временем курит или в телефоне ковыряется, а потом дети с этим играют. Во, веселуха! А от лавки воняет так, что ну никаким дождем это не смывается. Знакома вам такая картина? Ну, скажите спасибо своим соседям. Ну или себе, если вы узнали себя в описании хозяина такой собаки. Нет, я, как любой нормальный человек, люблю собак. Они милые, и вообще нельзя предъявлять претензии им, потому что их воспитанием занимаются хозяева. А вот хозяевами как раз-таки не занимается никто. Схема со штрафами не работает от слова совсем. Ну, я чуть отойду от темы, я верю и знаю, что умный город или умный Саров – отличная штука. Цифровизация, автоматизация, оптимизация, мониторинг – все в два клика в режиме онлайн. Ну, там, асфальт чинится, мусор вывозится, снег убирается. За этим будущее – это правда. Вот только есть ощущение, что мы пытаемся перепрыгнуть через ступеньку. Ведь очевидно, что тот же умный Саров должен сделать город чище, аккуратней, комфортней для жизни. А можно в рамках чистого города побороться с собачниками? Нет, я очень рад, что у нас появились два агитационных щита, призывающих убирать за своими песиками. А еще мы иногда, как глаз вопиющего в пустыне, об этом пишем в «Зато новостях» и «На колючке». Ну и это все. Знаете, я терпеть не могу Нижний, он чумазый, пыльный, бедный, старый, разваливающийся. Но даже там есть нужная инфраструктура для выгула собак. Смотрите фото. 5, 6, даже 10 собак с хозяевами на площадке помещаются, играют, занимаются своими питомцами. Урны с пакетиками, все организовано. И поверьте, на площадке они быстро начнут фасовать эту кабану по пакетикам, обсуждать, как это делать эффективней, кто раньше начал это делать и вообще самый молодец. Потому что так зарождается комьюнити. Вот такими маленькими кластерами по 5-10 играющих со своими питомцами на площадках хозяев, которые общаются, обмениваются информацией, учат друг друга не загаживать дворы. И когда курить, пока твоя собака гадит на газон под балконом, станет не модно, тогда эволюционным путем через сколько-то лет мы эту проблему сможем решить. Ну, мне так кажется. Но для этого надо, как минимум, чтобы такие площадки появлялись. Сейчас, вроде бы, при благоустройстве парка Сосина место для выгула собак будет предусмотрено. А последний раз площадки обсуждались осенью 2016 года. Даже места прикинули, но все ушло в песок. Говорят, на такое нет денег. Я уже даже не говорю про мусорки на улицах, в которые все удобно утилизировать. Их нужно закупить, установить, следить за всеми пакетиками, чтобы они не кончались, вывозить в конце концов. Ой, все. Знаете, умный Саров — это здорово, правда. Но, пожалуйста, чтобы сделать город чище, займитесь собачьим говном.